Выбирай, кто выиграет. Кто сегодня выиграет? Первым он съел Россию. Ай, молодец, он подошел к России. Он... Добрый день, дорогие друзья, болельщики. Смотрим сегодня, кого Фараон выберет в победителя. Сегодня очередная игра по хоккею чемпионата мира 2021 года. Играет Белоруссия-Россия. Смотрим сегодня, сможет ли угадать Фараон победитель или нет. Фараон, кто сегодня победит? Кто сегодня победит? Кто победит? Первый он подошел к России. Должна Россия победить. Теперь будем смотреть. Сегодня вечером наши играют с белорусами. Посмотрим, угадал Фараон или нет. Добрый день, дорогие друзья и зрители, болельщики. И посмотрим, на кого сегодня Фарик поставит в очередных играх чемпионата мира по хоккею. В важных играх чемпионата мира по хоккею. Это последний тур, будет определяться по победителей групповых турниров. Сегодня играет Финляндия еще и Канада. Фарик, кто? Кто выиграет, Канада или Финляндия? Фара, кто? Кто? Кто выиграет? Можно? Фараон поставил на Канаду. Он первый съел Канаду. Он первый подошел к тарелочке Канады. Ну что ж, посмотрим, угадал Фараон или нет. Болеем, смотрим за наших. Сегодня еще один интересный матч чемпионата мира по хоккею. И хотелось бы узнать, угадает Фараон победителя или нет. Сегодня играют еще Чехия и Словакия. Кого выберет Фараон победителем? Кого? Кто победит Фара? Чехия или Словакия? Можно? Выбирай. Кто? Кто победит? Чехия или Словакия? Какой нелегкий выбор перед Фараоном. Он весь в игре. Он уже в игре. И он выбирает Чехию. Он выбрал первую Чехию. В паре Чехия-Словакия. Ну что ж, дорогие друзья, смотрим чемпионат мира по хоккею и ждем, смог ли угадать Фараон победителя или нет.